Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Герод Атик, Луций Вибулли Кипарх Тиберий Клавдий Атик Герод. Родился в Марафоне. Известный оратор и софист, покровительствовал искусством, был благодетелем Афин. В память о своей жене построил афинский Одеон, концертный зал, в южной части Акрополя. Возвел каменные террасы к Дельфийскому стадиону. Построил бассейн в Фермопилах, водопровод в Олимпии. Павсаний сообщает о скульптурной группе, которую Герод передал в Коринфский храм. Филострат передает рассказ о том, как Герод огорчился, узнав, что у него не хватает денег на постройку канала через Коринфский перешей. Был женат на знатной римлянке Аспазии Ании Регилли, которая в 160 году после 20 лет брака скоропостижно скончалась. После этого Герод построил на Апиевой дороге обширное поместье Триопион, где Регилли воздавались посмертные почести. Жизнь Герода имела и теневые стороны. Многие не любили его за резкость, за которую он привлекался к суду в Риме и Афинах. Его зять-брат обвинял его даже в смерти Регилы, которую Герод так горько оплакивал и воздал ей после смерти большие почести. Помимо своего вклада в литературу, Герод также прославился своей общественной деятельностью. Например, финансированием стадиона в Афинах, Одеона в Афинах, театра в Коринфе, стадиона в Дельфах, бань в Фермопилах, водопровода в Александрии, Нимфеума в Олимпии. По свидетельству Филострата, Герод оставил после себя множество речей, сборников писем, дневниковых записей и справочных пособий. Вот так вкратце о Герод Атик, известном ораторе и благодетели Афин. Пока-пока, до свидания.